В Старом Осколе завершается капитальный ремонт детской школы искусств номер 5 в микрорайоне Жуково. Работы начались в мае прошлого года в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели выделено около 50 миллионов рублей. Внутренняя отделка помещений на завершающей стадии. Готовность на сегодня составляет 95%. Проектом предусмотрено сохранение фасада здания, украшенного яркими муралами. Снаружи строители заменили кровлю, выполнили установку витражей. Внутри обновили инженерные сети, системы отопления, а также потолки, стены и напольное покрытие. Благоустроили и прилегающую территорию. Напомним, школу искусств номер 5 посещают почти 600 староскольских мальчишек и девчонок. Пока они занимаются на базе других школ города.